Приветствую вас, друзья! Наш новый продукт «Невидимая колода 2.0» уже доступен для заказа. В чем отличие от стандартной версии? Нашу невидимую колоду можно сбрасывать или пролистывать. С обычной так не сделаешь, в силу ее специфики. И благодаря определенному расположению карт в колоде, вы можете, например, попросить зрителя сказать вам слово «стоп», потом показать ему карту и без проблем узнать, что это, например, король-треф. И никакой мелкий краб тут рассматривать не надо. Самое классное, что эта система работает, не нарушая классическую систему невидимой колоды. Благодаря этому вы можете показать несколько рабочих карточных трюков, имитируя обычную колоду, и потом легким движением превратить ее в невидимую и исполнить основной эффект. Если раньше для этого вам бы понадобились две колоды, обычная и невидимая, то теперь вы можете это провернуть с одной. Автором этих доработок является фокусник из Минска Денис Васильев. Сначала он придумал, как сбрасывать и пролистывать карты, но потом, как это обычно бывает, мы выяснили, что такое уже есть на рынке. А вот порядок карт, по которому вы можете узнать, что за карту выбрал зритель, сохраняя стандартный порядок инвиза, мы, пожалуй, на рынке не встречали, поэтому закрепляем авторство именно за Дэном. Слышали? Это мои самые преданные фанаты побежали искать по всему интернету доказательства, что даже это придумал не Денис. Приобретя этот продукт, вы получите не только саму колоду, но и карточку со ссылкой и паролем для обучения. Я подошел к вопросу, как всегда, ответственно, поэтому гарантирую вам, что от подачи материала вы, как и в случае с левитацией кредитки, кайфанете. Очень крутой фишкой нашего продукта являются тренажеры для запоминания системы классической версии невидимой колоды и того порядка, который придумал Денис. Теперь отрабатывать эти моменты можно без колоды, и это очень удобно, особенно для новичков. Единственное, что из-за этой пандемии у меня слетело целых два крупных мероприятия, на которых я хотел снимать для вас лайв-демонстрацию классической версии подачи этого фокуса для большой аудитории. Я по этому поводу очень сильно расстроился, но обязательно включу это в обучение немножко позже. Мне не хотелось из-за этого двигать релиз, все-таки это классика, и ничего нового я вам там все равно не скажу. Просто посмотрите на ютубе любую демонстрацию, и вы все прекрасно поймете. Самое главное, что как пользоваться колодой в обучении я разжевал максимально. Стоимость продукта 65 белорусских рублей или примерно 1900 российских. За счет того, что в этот раз я обучение снимал своими силами и не привлекал супер дорогих профессиональных операторов, я смог сделать цену более доступной. Буду стараться так делать и в следующих проектах. Колода доступна в двух цветах – красном и синем. Также под этот релиз я завез в магазин защитные пластиковые кейсы, потому что при активном использовании коробочка будет убиваться очень быстро. И раньше мне всегда приходилось ее менять. Но когда я узнал о существовании такого кейса, моя проблема решилась просто мгновенно. Теперь моя рабочая колода всегда облачена в такой кейс и выглядит отлично. Всем, кто поддержал меня и сделал предзаказ, я такой кейс подарю. А вот новым покупателям советую докинуть его в корзину. Это уже второй продукт нашего производства, и пусть процесс достаточно сложный. Дизайн, упаковка, фотки, обзор, обучение. Я все равно вдохновлен и надеюсь, что это передается через экран. Еще раз искренне благодарю вас за поддержку. Обнимаю, все ссылочки в описании. Также поддержите это видео лайком, напишите какой-нибудь коммент, обязательно подписывайтесь на канал. Ну а я побежал дальше работать. Увидимся в следующий раз.